Опасность под ногами еще можно как-то контролировать, выбирая путь и соответствующую обувь. А вот что происходит над головой, не каждый сможет заметить. Как бы ни ремонтировали, ни чистили крыши многоэтажек, образование сосулек избежать все равно никогда не удастся. Известно, что о собственной безопасности нужно побеспокоиться и самим. Проходя вдоль здания, желательно посматривать на козырьки и крыши. Ведь перепады погоды приводят к тому, что на крышах появляются сосульки, которые в любой момент могут упасть и стать причиной несчастного случая. На многоквартирных домах убирать их должны управляющие компании. Если ее сотрудники вовремя не уследили, жители могут обратиться в свою жилищную организацию. Здесь операторы запишут дом, на котором образовалась наледь, либо сосульки. После чего своевременно будет осуществлена уборка наледи, тем самым максимально короткие сроки будет устранена данная проблема.